Гражданское правление 676. Фрэнки! Как жизнь? 15 лет. Рад тебя видеть, Фрэнк. Добро пожаловать домой, Джек. Важное сообщение. Все штрафы должны быть оплачены до регистрации. Спасибо. Хорошего дня. Добро пожаловать в Утопию. Гражданское отправление 670. Жду с нетерпением встречи с Маргарет. Так рад вернуться домой. Какие новости? Совсем никаких? Да, ничего не изменилось. Что за день? Обработка. GPS-координаты подтверждены. Что во имя всего святого ты делаешь? Завожу машину. А ты чего думаешь, я делаю? Что за... Ты что, выбросил мусор? Нет, конечно нет. Это твое? Это моя бандана. Наверное, выпала из кармана. Ну и что? Ты что делаешь? Ищу кредитную карту. Кредитную карту? Зачем? Машина не поедет, пока я не оплачу штраф. Теперь понял? Возьми эту. Она Маргарет. Машина на мое имя. Ну и что? Маргарет не будет против? Не могу поверить, что мы идем пешком. Невероятно, Фрэнк. Так кто тебя поймал? Рядом не было полиции. Больше нет полиции. Любой может поймать тебя. Нифига себе. Многое изменилось. И мы даже не заметили. Маргарет. Фрэнк, ты не видел мою кредитку? Ты забыл ее в моей машине. Отлично. Просто отлично. А чего? Я получила штраф. Не завезешь ее мне? Я иду пешком. О нет, только не ты тоже. Чего ищешь? Пиво? Там нет пива, Джек. К тому же, алкоголь вреден. Что за хрень, Фрэнк? Это камера. Новые правила. Они в каждом доме. И в каждой комнате. Это ради нашего же блага, Джек. Ты, наверное, шутишь.
Ты хочешь сказать, алкоголь запрещен, курение запрещено. И мы теперь значительно здоровее. И наши страховые взносы меньше. Это безумие. Что стало с этой страной? Потише. Почему? Сдашь меня? Я что, оштрафован? Это уже, блядь, чересчур. О чем вы, мать вашу, думаете? Не матерись. Это какая-то хуйня. Сука. Тварь. Хуйня. Ваше правительство. А ваши правила сосут хер. Вы все ебнулись. Ты закончил? Идите нахуй! Теперь я закончил. Иди за мной. Какого черта? Нет камер. Нет штрафов. Присаживайся. И как дошло до этого? Не было выбора. Люди стали делать свои ванны больше и круче, чем остальные комнаты в доме. Но правительство быстро смекнуло и установило лимит на размер ванной. А есть хоть что-то, за что нет штрафа? Об этом надо подумать. Ты что делаешь? Как это работает? Там правительственное приложение на телефоне. Наводишь, делаешь скриншот любого нарушения, и государство платит тебе комиссию в 10% от штрафа, который ты заснял. Я так не смогу жить. Конечно, сможешь. Мы рабы привычки. Ты привыкнешь к этому. Вот, поешь. Я не ем в ванной. Милый, я дома. Скажи ему, Фрэнк! Сказать что? Извини, Джек, но ты не можешь остаться. Почему? $2000 штрафов, Джек! О чем ты, мать твою, думал? Мы тоже оштрафованы, потому что это наш дом! Я обещаю все оплатить! Дело не только в деньгах. Ты затронул все, чем мы живем. Пока мы не оплатим штрафы, мы лишены скидок в магазинах, транспорта, кредитов. Всего. Я твой брат, Фрэнк. У меня больше нет сил сопротивляться, Джек. Нам это тоже не нравится. Почему просто не взять и не покинуть страну? Мы не можем. Почему? У нас ипотека. Любые долги. Маленькие или большие. И ты не можешь покинуть страну. Все очень просто. Все изменения начали происходить сразу после того, как ты уехал. Я протестовал, но... Но молодежь и хиппи на улицах недостаточно убедительны. Я не виню людей. Когда тебе нечего жрать, ты рад всему, что тебе засунут в глотку. Артисты вроде бы должны были стать совестью нации, но они превратились в собственные тени. И стали статуями. Большая часть писателей, актеров, поэтов продались. Их обуял страх потерять корпоративную спонсорскую поддержку или правительственные гранты.
Теперь я стар. И я устал. Моя борьба окончена. И мне хотелось бы прожить остаток лет с несколькими моими оставшимися вольностями. Я уеду утром. Джек, и маленький совет. Если ты кому-то поможешь с красным браслетом, ты получишь штраф тоже. И ни в коем случае не плати ни за кого его штрафы. Привет. Привет. Вы в порядке? Почему вы здесь спите? У меня нет дома. А почему вы не переночуете в гостинице? Они не принимают наличные. И где вы будете теперь жить? Здесь. Обработка. GPS-координаты подтверждены. Маргарет, рад тебе... Ваши билеты, сэр. Видеть. Ваши билеты и паспорт, пожалуйста. Простите, сэр, но у вас неоплаченный штраф. Маргарет, пожалуйста, я оплачу их в следующий раз. Мне надо выбраться отсюда. Для прохождения регистрации вам необходимо оплатить штрафы. Зачем ты так поступаешь? Сколько? $2000. Вашу кредитную карту, пожалуйста. У меня нет кредитной карты, у меня только наличные. Мы не принимаем наличные. Маргарет, пожалуйста, нажми какую-нибудь кнопку. Я умоляю, исправь это. Мне нужно уехать из этой страны. Пожалуйста. Пожалуйста, отойдите от стойки, или мне придется вас оштрафовать. Мне уже все равно. Прости, Джек. Я знаю. Я тебя прощаю. Счастливой вам жизни, сэр. Спасибо. Спасибо. Внимание! Замечена нелегальная оплата штрафа. Не покидайте вашего текущего места. Ваше сотрудничество будет приветствовано. Спасибо. Я могу тебя спросить? Почему ты все время улыбаешься? Потому что я свободна.